Здравствуйте, понятия и термины в седьмом классе. История России. Десятый термин. Обмерщение культуры. Само понятие обмерщения означает процесс освобождения церкви от сакральных смыслов, то есть от религиозного прочтения проблем мирской жизни. То есть это как бы процесс переориентации церкви путем противопоставления изначальной высокодуховной и священной задачи спасения души человека и обретению жизни вечной. Обмерщение священнослужителей может выражаться в занятиях, ну, обыкновенными мирскими делами, то есть коммерцией, торговлей, стремление к привилегиям, к обогащению, к почетным должностям, слияние с государственной властью в так называемой симонии, то есть сакрального религиозного с мирским гражданским. Особенно быстрый и сокрушительный характер обмерщения принимает после того, как царь Константин Великий в 313 году решает сделать христианство в качестве государственной религии. То есть обмерщение, по сути дела, есть безрелигиозное прочтение мирских проблем или проблем мирской жизни.